После этого можешь, пожалуйста, домой заехать, у Баянки деньги взять, она вам отдаст деньги. Потом приехать в Баянку, сколько кофе взяли. Знаете, это возле парка, сзади сосуда сарая. Потом можете туда приехать, я выйду, вам тоже деньги отдам. И в ателье можете приехать и оплатить. Да, просто Баянки сначала надо деньги взять, потом мне надо взять, потом
Ah!
Yeah!
Thank you.